Привет! Привет! Мы когда в гостях у Алисы и Егора. Мы сегодня будем открывать Лего! Еще мы будем открывать Лего «Звездные войны» Чубака. Чубака, да? Корабль, космический корабль Чубаки, да? Да. Лего набор 75-129, да? Есть такой наборчик. Ну-ка, покажи, Егор. А вот этого оружия прям как в «Звездных войнах». Ну так это же серия «Звездные войны». А пока Егор будет собирать, Алиса нас будет развлекать своей новой игрушкой VIP Pets, да? Да, с киской. Леди Джи-Джи. Кстати, вот он вся серия, а вот наш этот. Хотя мне больше понравилось вот этот вот. Кто это? Вот чудик, я не робот, который стреляет, да? Да. Это не робот, это обезьёнок. Обезьёнок. А, кстати, вот он что делает. Он вот этим уж на пальцы вот этим запускает. Ну давай, уже открывай, посмотрим, что у тебя там есть и как ты будешь собирать. Да? Они и так цепляются, Ванчик. Так цепляются? А Алиса пока будет собирать. Алиса будет украшать пока свою Hello Kitty и Леди Джи-Джи. На, тебе ножницы можно дать? Да нет. Может, вот тут... вот. А, вот оно как открылось. Интересно. Всего-то ничего деталек, да? Ой. А, нет, ну, в принципе, есть там детальки. И инструкция. Ну-ка покажи, что там в инструкции есть. Вот какая. А ты сама открыла. Вот. А с обратной стороны тут написано по-китайски и всякое такое. Подожди, Алиса. Ну-ка открой, посмотрим. Давай, что там за инструкция. Что там написано? Дай. А, там написано, как собирать, да? На последней странице. Так, деталь 1. А, тут номера деталей. И как все последовательно собирать, да? Мне нужно сидеть. Ну, все понятно. Мне нужно еще тут на последней странице. Сейчас тут все детальки. А, еще на последней странице все детальки. Ну, на, Егору, открой одну только штучку. Что, Егор, тебе открыть? Какую? Что ты начнешь собирать? Большую открывай. Еще? А потом еще вот эти выстреливают. Да, эти выстреливают. Пальчики только свои береги. А Егор будет нам собирать сейчас, да? Вот так вот подправим. Только большую открывай, а маленькую потом, Егор, будешь... Слопить, чтобы она удерживала. Ну что, чтобы она удерживала, да, няня? Ну она же будет играться. Так, Алиса, не пищи. Ты положи вот эту коробочку тогда. Теперь это папа поднялась. Ну выровни. Давай вот так вот. Выровни. Это в эту сторону. И все, оно будет у тебя. На вот еще. Да, все. Алиса, пальчики осторожно. Я уже все. Ну все, ты тогда играйся пока со своими игрушками. Это не надо открывать, чтобы не смешать, Егор. Потом Егор тебя попросит, ты откроешь, да? А какая тут разница? А Егор сейчас будет собирать космический корабль. Волосы нашла. Это не волос, это его, ну, такой шлем. Так. Сейчас Егор соберет Чубаку, потом космический корабль, а потом будет его тюнинг ему делать. В маленьком, наверное, пакетике, там детальки для того, чтобы... Я бы сама. Ой, какой чудик. Украсить, да? Это Чубака. Я хочу сама. Что здесь? Это добрый персонаж из «Звездных войн», да? Угу. Так вот. Вот этот руки он держит, вот этот вот его бластер. А я пока собираю. Это бластер? Ну, не знаю, это такой. Мне кажется, это лук такой. Ну да, лук. А оружие, которое стреляет. А я пока соберу вот это сиденье. Сиденье? Да, сиденье. Егор, давай ножницы, я заберу, чтобы они не мешали. Ладно, оружие мы ему там уже в этом самолете. Так. Что ты делаешь дальше? Сейчас я буду... И Алиса помогает собирать, да? Вот. Вот так вот. Вот так? Нет. Нужен другой еще пакетик. Ну, наша. Она не так решила собираться. Вы решили смешать? Да. Да, тут они так и... Это должно быть смешано. Алиса, дай. Алис, ты не хочешь, нет. Так, Алисе тоже нравится Лего собирать, да? Да. Это сюда было. Это сюда было? Ты уверена? Да. И это сюда цепляется? Нет. Няня говорит, что нет. Нет, ну вот потому что Егор смотрит по инструкции, и там показано. Там каждая цифра и показано, какую детальку, какой цеплять. Егор все делает по инструкции, чтобы правильно не было. Не получается. Не получается?
Так потому что у тебя получается с твоими девчачьими игрушками, вот тебе получается украшать там твою Hello Kitty или вот эту, как она, Леди Джи-Джи у тебя, да? Кисонька или собачка, кто это у тебя? Киска. Ух. Давай. Киска. Алисе получается украшать, да? Я хочу дачу. А это, вот это больше для, для мальчиков занятие, наверное, да? Я хочу сама. Сама? Вот это в руку дать. Ну давай, ну в руку, да, это ты можешь ставить. Сейчас. Сейчас Егор будет. Сейчас. Егор собирает что-то, космический корабль начал собирать, да? А я пока вот этому чудику даю вот этот. Чудик? Чудик. Этого чудика зовут Чубака. Да, Чубака. Чубапа. Чугака. Чугабака. Чубака. Это добрый персонаж из фильма «Звёздные войны». Нет, желтый. Мы же, кстати, ходили, это последняя серия недавно была. Он тяжелый. Тяжелый, да? Ты, Алиса, не помнишь? Во. Или ты проспала весь фильм у нас в кинотеатре? Опять проспала. У него есть зубки, он... Значит, это страшный чудик. Страшный чудик? Да, да он не страшный совсем. Он просто такой лохматый, большой. Зубки, конечно, у него есть, но он очень добрый, Чубака. Нет, так, вот это трудно. Нет, он добрый. Нет, он злой. Почему ты думаешь, что он злой? Потому что у него зубки есть, что ли? Да. Ну, у тебя же тоже есть зубки. И у Егора есть зубки. Вы же не злые. А у всех, Чугапа, у всех а есть Чугапа злой. Да не Чугапа, а Чубака. Чугапа. Не Чугапа, а Чубака. Чугапа. Чубака. Чугапа. Чубака. Чугапа. Чубака. Чугапа. Чубака. 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 А ты что ему делаешь? Ты ему оружие вставляешь, чтобы он себя защищал? Да. Нет всяких монстров, которые у них есть, которые зубки. А, чтобы он защищался от всяких монстров, да? Да, вот это добрый чучучик. Да, он добрый Чубака. Да, а добрый. Как он Чубака разговаривает? Топ-топ-топ-топ. Нет, он такой, да? Угу. Как Чубака говорит? Алиса. Да, он вот так вот. Он так вот разговаривает, да? Да. Да, когда он защищает других. Когда он защищает других, да? Да. Когда у них вылазят зубки. Когда у них вылазят зубки? Да. Здорово. Помочь. Да, Егор, как у тебя там дела двигаются? Что ты уже? Покажи, что ты там собрал уже. Это кресло, кресло, да? Кубики. Это снова. Кресло пилота для Чубаки. Чубака. Чубака. Это Чубак. Это Чубака. Чубака, а не Чугапа. Она похожа на собаку. Ну какой это собака? Ты что, он просто лохматый такой, он большой. Он очень большой такой великан. Лохматый великан. Он чуть-чуть как собака на похож. Нет, он тогда больше похож. Это шерсть у него просто как у собаки, да? Как у снежного человека. Да. Нет, он тогда уже больше похож на медведя. На медведя. На медведя, да? Да. Это кто так говорит? Медведь. Медведь. Чубака. Медведь? Да, медведь. Егор как быстро подвигается. Уже на 13 номер пришел. Да? А я пока собираю. А Алиса пока собирает. Ой, другой. Какая тут еще интересная у нас тут штучка. Ну, сюда была. Печка, эта штучка была сюда? Не знаю. Наверное, была сюда. Ну да. Да. Я не говорю, что это сюда была штучка. Ну, он потом посмотрит, куда ее нужно цеплять. Егор же по рисунку собирает, по схеме, как правильно делает. Так. Это к черному. К черному? Да. Правильно. Так, где черный цвет? Да, вот он. Нет, вот он. Так, где же черный цвет? Где черный цвет? Нашла? А что-то ты Чубаке так оружие и не вставила в руку. Не получается. Не получается? Ну ладно, у Егора получится. Это коричнево-черный. Коричнево-черный? Да. Вот это тогда и цепляем. Но он не цепляется. Не отцепляется? Почему? Потому. Ой. Ой, прикол какой. Какой совсем маленький.
Ага, это сюда. Там куда? Есть... Ты нашла, куда это цепляется? Да, это квадрат такой. Это что? Квадратик такой. Квадратик такой? Да. Правильно. И он сюда цепляется, наверное. Да. Да. Я все правильно делаю. Да, и Алиса, да, все правильно делает. Егор по схеме делает все правильно, а Алиса без схемы все правильно делает, да? Ну, не совсем. Так. Ой. Да. Ой, это что такое? Это папа, да, а вот это малыш. Это малыш? Да, и папа. Ну, здорово. Да, малыш и папа. Угу. Малыш и папа. Блекович. Ой, я нашла дверки. Дверки. Я нашла дверки. А дверки от чего? От космического корабля? Да. Ну, нет, ладно. Вот это вот дверки. А, это дверки. Ну, да. У Алисы это другие дверки, да? Да, но у меня есть другие. У Алисы другой, что-то космический корабль. Да, только розовый цвет. У тебя розовый космический корабль, да? Да. Ну, здорово. А у Чубаки какого цвета космический корабль? Таким. А какие это цвета? Нежной. Нежной? Green, бежевый, rainbow, бежевый, зеленый, grey, и коричневый brown, и black. Brown и черный black. Да. Молодец. А серый как по-английски? Brown. Нет, коричневый brown, а серый? Grey, правильно. Так, вот у Егора что получилось, теперь? Да? Что это получилось? У меня получилась одна из дверок. А, кресло пилота там, ну, короче, основа корабля. Так. Идем дальше, да? Да, идем дальше. Идем дальше. Что там дальше делать нужно? Тоже опять. Так, а Алиса что у нас там собирает? Вот такое. Что это? Такие мигалочки. Такие мигалочки? Да. А для чего они мигалочки? А, ну это чтобы в космосе. В космосе, наверное, темно, чтобы когда корабль космический летит, чтобы было видно, что он летит, да? Да, такие стробоскопические мигалки. Такие мигалки, как у самолета, да? Самолет летит, когда в небе мигает, да? Да. Чтобы другие самолеты видели. И доктор Плюшева тоже. Да, доктор Плюшева вот тут при чем? И доктор Плюшева тоже жили. А, ну у скорой помощи есть мигалки, да? Да. Тоже, да, точно. Да. Молодец. Да. Ну Егор, что там у тебя уже получилось? Покажи, что там и... О, у тебя уже практически корабль завершается, да? Завершается строительство космического корабля. Я меня не собираю сейчас. Да? И ты Егора победит? Помогаешь собирать? И кто победитель выиграет? Дружба, наверное, победит, да? Нет, я выиграю. Я выиграю, чем заработать, чем за мою игрушку. За свою игрушку, да. Я сейчас быстрее заберу. Нет, давай, я сейчас быстрее заберусь. А что Алиса делает? Егор так корабль космический для Чубаки собирает, а Алиса что делает? Двери пока. Двери? Да. Ты же уже в начале двери делала. Что-то у тебя одни двери получаются, а, Алиса? Я выиграю! Ой, что Алиса делает? Ой, что это у Алисы получилось? Такие штучки. Такие штучки? А что это за штучки такие? Цеплять их вместе друг от друга. Цеплять их вместе друг от друга, да? Да. Вот. Кто выиграет быстрее ее соберет Чубаку. Да, да, Чубаку. Да, Чубака. Чубака. Да, Чубака. Правильно. Вот сейчас ты правильно говоришь. Чубака. Так, вот это вот. Помочь! Цеплять пулемет. А это Егор сделает. Это пушки, наверное, или пулеметы, пушки. Да? Это или пушки, это двигатели такие? Пушки, Егор, что это такое? Это тоже это пушки. Что-то про пушки вроде. Пушки, да? Да, пушки. Помочь. Ну, чуть-чуть осталось деталек, да? Помочь. Но это Егору дашь. Егор же у нас инженер-конструктор, собирает космический корабль. Тоже быстрее. Звездных войн, да? А Алиса помогает, да? Алиса помощник инженера, да? Нет, я киска, помогаю инженеру. Ты киска? Да, инженер киска. Понятно. Помочь, еще. Ой, она упала. Да. Ты куда упал? У Алисы, ну, у Егора тут упала, я ему достал. Нет, это... И заряжаем орудие. Так Чубаку надо посадить еще. А, почти, да. Да, это Чубака. Это лишние запасные. Почему запасные? Ну, у нас есть, как мы делали машинку.
Там тоже. А, лишние детальки. Ну они такие встречались, детальки, или вообще они здесь не нужны? Или да, это запасные? Да, тут такие все встречались. И все мои штучки для меня хранятся. Хранятся? Все твои штучки для тебя? Да. Давай я вам покажу. Давай покажем. Вот сколько. Ой, у Алисы здорово, там сколько штучек хранится, да? Да, сколько. Шкатулка тут много. Шкатулка у Алисы хорошая. Да, для Кички еще вот такой. Да. Да, хранится. Угу. И для меня, и для Кички. Правда? Да, вот еще вот. Ну-ка, Егор, показывай, что ты тут собрал. Давай со всех сторон показывай, чтобы мы видели. Поближе. Так. Вот здорово, со всех сторон. Какой классный космический корабль получился. Чубака. Кстати, из «Звездных войн», да? Кстати, попробуй запыльнуть одну из тех этих. Ну-ка, попробуй. Не стреляет? Не получилось. А у Алисы тоже много игрушек всяких. Hello Kitty. Ой, что-то он у тебя... Авария! Подбили! Нужно лететь на станцию, ремонтироваться срочно! Быстрее! Давай, на станцию прилетели, ремонтируйся быстрее! Нам кто-то нужен, быстрее! Чубака катапультировался, помоги, да? Помоги нам! Сделай! Так, ну давай, Егор, собери, мы еще раз покажем. Да, отремонтируй. Вы прилетели на станцию техобслуживания. Вот. Напали на это, на Чубаку. Кто это? Кишка. Как там называются эти? Воины те. Воины, да. Белые, которые злые. Из я уже и забыл, кто они такие. Нас подбили на вот таком вот. А, это вот эти роботы, которые. Да, у меня есть такой бантик. У Алисы есть такой бантик. Да, классно. Ну вот такой получился у Егора. Космический корабль с Чубакой из серии Лего Звездные войны, да? Здорово? Угу. Да. Такой прикольный, да, красивый кораблик такой. Он даже может стреляться. Даже у Егора вылетает. Он снаряды такие с зелеными наконечниками. Здорово. Ну что, всем говорим. Пока-пока. Пока. Подписывайтесь на наш канал. Я вам дали сердечко, два, три. Всем пока. Что надо ставить? Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Ставьте палец вверх и ставьте палец вверх за Чубаку. За Чубаку, да. И подписывайтесь на наш канал. На наш канал. И оставляйте комментарии. Про что? Про игрушек. Про игрушек? Да. Правильно. И да, про ваши лего-конструкторы из серии «Звездные войны». У кого есть какой конструктор из серии «Звездные войны» и кому больше какой конструктор нравится. Да. Всем пока-пока. Пока.